Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами снова в нашей студии Peterson Company, и с вами я, Эдуард Петер. Вы, наверное, сейчас скажете, ну вот, что это такое машинка в студии, что делает машинка в видеостудии? Дело в том, что мы хотели с вами провести вечер вопросов и ответов, правильно, но жизнь, как говорится, вносит свои изменения. И этот вечер мы обязательно проведем. Просто софтбокс, который был запланирован после этого вечера, так получилось, что я сделал его раньше. И так как я уезжаю сейчас на съемки в Мюнхен на несколько дней, то, чтобы вас не томить, я решил вам показать перед отъездом, как можно самому сделать вот такой софтбокс для вспышки. У меня она называется Юнгну. Не знаю, как правильно, но я читаю как Юнгну. Вот. И она для нее как раз предназначена. Сейчас мы ее оденем. Я вам покажу, как она выглядит. Это Юнгну. Так, крышечку. Вот так выглядит этот стрип, который мы сегодня с вами будем создавать. Еще в школе мы учили, что от перемены слагаемых местами сумма не меняется. Поэтому я так подумал, что сегодня софтбокс, через недельку вопросы-ответы. Согласны? Ну, куда деваться. Так, давайте посмотрим, что нам для этого понадобится. Вы просили меня озвучить материал. Конечно, я это буду делать. Итак, я купил, это называется Oxford нейлон материал. Парусиновая такая ткань, черную и красную. Ну, красная это больше для декорации. Вот у меня тут, допустим, крышечка красненькая, да? Я все делаю черное, красное, белое. Это мои цвета, вот здесь их видите. И поэтому я купил тоже красный, дополнительные затраты, но я люблю эстетику. Где взять? Я буду давать в описании ссылки, где я это купил. Я покупаю на немецком eBay, eBay.de, а вы можете найти аналоги там где-то у себя, может быть, где-то можно за доллары покупать. Но во всяком случае, я очень доволен этим материалом, действительно, он настолько хорош для наших целей, что лучшего даже придумать нельзя. Итак, Oxford нейлон, запомнили, да? Так, следующее. В качестве отражателя, ну, ребята, многие берут алюминиевую пленку, самоклеящуюся пленку тоже можно брать. Но вы знаете, я стараюсь сделать все качественно, потому что если однажды сделал, работать приятно и долго можно с таким приборчиком, девайсиком. Вот. Это не что иное, как на лобовое стекло защита от солнца, от заморозки и так далее. И причем я купил ее очень прочную. Есть, допустим, в обе сейчас продаются как раз к зимнему сезону. Тоже такие вещи, но они несколько... Короче, я порвал там прямо в магазине руками. Хорошо не заметили. Итак, что еще нам потребуется? По-немецки называется клеттерфербанд. По-русски я не знаю. Ну, липучки, короче. Вот. Наверное, это липучки по-русски будут, да? Вот две. Такие, которые мама, которая папа. Это нам обязательно нужно будет. Из инструмента нам нужна будет линейка, резак, двусторонняя клеящая лента, текстильная лента клеящаяся. Может, не обязательно будет. Ножницы. Хорошие ножницы нужны. Два листика полупрозрачные, не знаю, фольга, наверное, фольга или пленка,
И более толстый, вот 1 сантиметр. Потому что я его хочу вставить в крышку. У меня есть идея, что потом к крышке прикрепить диодные такие светильники, чтобы можно было отслеживать свет сразу. Ну, пока мы без этого делаем. Ну, и пара карандашиков. Почему именно такой софтбокс в виде меча светового? Потому что в предметной фотографии мне необходимо именно полоски света, если там на бутылку или на стекло или еще что-то. В общем, мне такие софтбоксы до зарезы нужны. У нас их в Германии купить невозможно, их нет просто. А в России нет Кондрашова, это Стробиус. Кстати, я вам советую у Кондрашова посмотреть его видео. Он начал, кстати, курс по продукт-фотографии тоже. И стробист он, очень опытный. И когда я послушал его эссе по по предметной фотографии, я всегда говорю продукт, вы уже поняли, по предметной фотографии, то я понял, этот человек знает, о чем он говорит. Он говорит абсолютно правильные вещи, которые и я вам говорю, что такое предметная фотография и так далее. И у него очень хорошие воркшопы, они бесплатно в интернете. Запомни, Стробиус, Кондрашов. У него очень хорошие, очень такие познавательные воркшопы он ведет бесплатно. И я вам советую просто подписаться на его канал. Там же у них я посмотрел, именно вот он рассказывал о таком софтбоксе. Я подумал, так, с Украины я не смогу заказать. И они вроде как и не предлагают. В Германии тоже нет. Тогда придется делать самому. Основная идея в этом софтбоксе вот в этой пленке. Потому что без этой пленки софтбокс можно сворачивать как угодно и где угодно. Я немножко его модернизировал по сравнению с ребятами от Стробиуса. И я сделал здесь два кармашика, так же, как у них, но вот здесь я сделал большой кармашек, единый. И так как у меня не нашлось цельного кусочка вот такой фольги, или, как я сказал еще раз, пленки, да, слишком толстая у меня оказалась она, неподходящая. Поэтому я просто склеил два, А4 формат. И вот смотрите, мы вставляем сюда в кармашек. И у нас получается такая уже стабильная, ну, сам себя загородил, стабильная система. Теперь достаточно положить в середину вспышечку нашу. Здесь у нас вот эти липучки сделаны на этой стороне и на внутренней стороне. И вот когда мы эти липучки здесь соединим, сверху оденем красную шапочку. О, точно красная шапочка. Вот она внутри, видите, тоже блестящая. То есть, что мы получили? И вот мы получили замечательный софтбокс, который, я считаю, мне очень поможет в моей работе. Я сейчас его даже вам продемонстрирую. Внимание, вот, работает. Но самое симпатичное, что собирается, разбирается он за секунду. Его можно, вытащив эту пленку, вообще свернуть в трубочку, вот такую, и положить в свою сумку фотографа. Кондрашов показывает также, как с этими софтбоксами фотографировать модели. У них есть разные 30 сантиметров, 50 сантиметров и 100 сантиметров. И тогда они используют с обоих концов две вспышки. И чуть не забыл. Этот свадебный наряд, не что иное, как материал для софтбоксов, который впереди станет диффузор.
Ну, я его купил в Алимексе, есть такой у нас рассылка, фототоваров рассылка, магазин. Но я думаю, что вы найдете что-то подобное, шелк, допустим, или еще что-то. Я думаю, что в этом не будет как раз никаких проблем. Итак, инструменты показал. А, еще одну вещь забыл. И последнее, что вам понадобится, это шаблоны. Чертежи. Ну тут вам везет. Я их уже сделал, сохранил как PDF и загрузил к себе на сервер, откуда вы можете спокойно это все поскачать. Здорово, правда? Итак, засучиваем рукава. Вперед! Возьмем чертеж и перенесем его размеры на большой лист бумаги. Это будет наша выкройка.
скелетом, который будет держать всю нашу конструкцию на вспышке, будут два листочка вот такой прозрачной пленки. Я их склеил двусторонним скотчем. И вот теперь верхнюю часть закрепляем в наших уголках. И в нижний кармашек вставляем конец наших пленочки. Теперь на липучках закрепляем нашу вспышку, проглаживаем. Соединение хорошее. Единственное, что не хватает, это крышечки. Я сделал ее пока из картона. Внутри у нее тоже отражающая поверхность, но это временное решение, потому как крышки мне еще не приходилось шить. Мне надо теперь сходить на YouTube, посмотреть, как это делают профессиональные швеи. И после небольшого, как я надеюсь, перерыва, мы вернемся с вами к нашему софтбоксу и украсим его уже красивой красной шапочкой. А до этого момента я прощаюсь с вами, друзья. Всего вам доброго. С вами был Эдуард Петер от фирмы Петерсон. Пока!